Администрация региона будет контролировать 100% уставного капитала компании «Владимир Теплогаз». Об этом сообщили первый заместитель губернатора Лидия Смолина и генеральный директор «Газпром Межрегионгаз Владимир» Юрий Дубров в ходе пресс-конференции. В администрации области принято решение о вхождении в уставной капитал этого предприятия для более эффективного управления этим предприятием и контроля за его деятельностью. Как отметила Лидия Смолина, делается это в первую очередь для качественного обеспечения жителей области теплом. Во Владимирской области, как ни странно, на сегодня действует 156 теплоснабжающих организаций. Вот. Естественно, мы считаем, что для такой небольшой области это количество предприятий большое, их столько не надо. Правительство перед нами ставит задачу консолидировать, особенно передавать в концессию неэффективные МУПы. Владимир Теплогаз – это дочерняя организация компании «Газпром Межрегионгаз Владимир». Она обслуживает более 30 тысяч предприятий и 158 тысяч потребителей, являясь основным поставщиком теплоэнергии на 40% территории области. Сделка по передаче в лад Теплогаза пройдет на условиях дарения в два транша – 49 и 51% уставного капитала. По мнению Юрия Дуброва, это поможет решить и еще одну приоритетную задачу, связанную с оплатой голубого топлива. Сделано это с целью консолидации теплоснабжающих активов Владимирской области с целью обеспечения безусловного 100% расчетов за природный газ, который поставляется в Владимирскую область. Татьяна Гордеева, Александр Горшков, Губерния 33.